Всем привет! Ну вот наступает утренник в детском саду. Это очень торжественное событие, которое с нетерпением ждут все родители и дети. И мой сын будет в роли снеговика. Костюм мы нашли, а вот метлу нет. Но для меня это не проблема, когда работает голова и руки. Но в любом случае, утренник для ребенка является важным событием, во время которого он сочетает удовольствие и знания, а также при взаимодействии с другими детками, имеет возможность продемонстрировать свои творческие способности. Очень важно, чтобы подготовка к торжеству происходила в радостной обстановке и благоприятной, и вызывала у ребенка только положительные эмоции. Родители, вы должны передать крохе свое внутреннее спокойствие и уверенность, и тогда ребенку будет легче справиться со своим волнением на празднике. Ваше отношение к ребенку ни в коем случае не должно зависеть от результата его выступления на утреннике. Даже если он забудет слова на празднике, все равно вы должны показать, что по-прежнему его любите и цените. Не критикуйте ребенка, если он очень долго не может запомнить стишок. Просто верьте в него, и все получится. В случае, если малыш будет не в настроении и не захочет принимать участие в утреннике, то ничего страшного, если он просто побудет зрителем. Я думаю, каждый сможет собрать такую торжественную метлу. Thank you.
Утренник – это важное событие в жизни ребенка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.